Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Давайте выполним упражнение номер 106 на странице 70. Прочитайте слова друг другу по очереди. Послушайте, как эти слова произносит одноклассник. Магазин, километр, творог, звонит, туфля, инструмент, статуя, сантиметр, простыня, портфель, банты, шарфы. Проверьте по орфографическому словарю на странице 134, правильно ли вы произнесли эти слова. Спешите. Обозначьте в словах ударение. Подчеркните ударный слог. Итак, давайте запишем эти слова. Магазин, запятая, километр, запятая, творог, запятая, звонит, запятая, туфля, запятая, инструмент, запятая, статуя, запятая, сантиметр, запятая, простыня, запятая, банты, запятая, шарфы, запятая. Магазин. Ударение падает на ударение ставим над и. Ударный слог последний. Зин. Километр. Ударение ставим над е. Последний слог ударный метр. Творог. Ударный последний слог. Хотя допускается произношение этого слова творог. И тогда первым будет ударный. Ударный будет первый слог. Звонит. Ударный второй слог. Туфля. Ударный первый слог. Инструмент. Ударный второй слог. Статуя. Ударный первый слог. Сантиметр. Ударный третий слог. Простыня. Ударный последний слог. Банты. Ударный первый слог. Шарфы. Ударный первый слог. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.